музыкантам тогда тоже скажем. Крепкого здоровья. Ну, значит, будем здоровы. А сейчас свет погаснет. Свет погаснет. Давайте вместе, что ли? Свет погаснет. О, с вами хорошо. Друзья, как вы знаете, в нашем концерте принимает участие и господин Шумамен. Но он слегка задерживается. Уж простим ему эту слабость. А всем пришедшим на наш концерт посвящается главный придворный композитор при дворе Людовика XIV Жан-Батист Люли. Описать его невозможно. Нужно, конечно,